Так, друзья, 7 дельфинов я насчитал на фоне скалы Дракон. Ребятки, вы представьте просто, вот как можно жить. Палатки ставят, и огни разводят, и таких 5 штук. Максимальная красота будет из красоты. Представьте, пожалуйста. Александр меня зовут. Как канал называется твой? Баунти Бич. Привет всем из Крыма. Оксана, Юрий. Мы заканчиваем ЮБК и стоим на реверсе перед тоннелем, который защищает от камнепада. Будет первая остановка перед Севастополем. Хотя мы думали еще в Балаклаву заехать, может быть потом. Быстро прошел реверс. За счет того, что машин не так уж и много, все происходит очень быстро. Здесь церковь, храм. Дорогие мои, ну я не стал вас там мучить всякими дорогами, ценами в магазинах. Мы заехали, купили чуть фруктов, овощей, чтобы было повкуснее на тех местах, в которых мы... Просто, здравствуй, мыс Фиолент. Я помню свое первое знакомство с ним, когда я приехал. Ну, я начинал с левой стороны. И я просто такой, да ну нафиг. Для меня это самое крутое было место Крыма. Сейчас я уже объехал гораздо больше мест в Крыму. Больше закрыл точек, на каких был, что видел, что смотрел. Но и сейчас я уверен, что в летнее время у меня это вызовет самые крутые впечатления. Такой, ты подходишь к самому краю скалы, становишься на обрыве и думаешь, вау, это какое-то место мечты. У тебя еще есть кофе, красивая девушка справа, там пианино. Ёк-макарёк, это все наша держава, как же красиво, фантастика. Бескрайное море. У меня просто нет слов. Я когда впервые это увидел, я к этому, честно, не был готов. Сейчас я готов. Я смотрю влюбленными глазами в эти места. На краю земли, где-то там, где есть море и ты. Фантастика. Самый вкусный кофе. Кстати, кофе набрал в табачном магазине по 40 рублей. 3 раза и 350 миллилитров у меня получилось, полную кружку залил. Здесь есть 2 популярных пляжа, Грот Дианы и Яшмовый пляж. На Яшмовый туда пробраться гораздо сложнее. Я, честно, не был ни на одном из них, это вот общаясь с ребятами, которые сюда приезжают не первый раз. И вот сейчас вот с этой симкой великолепно поговорил, мне о этих пляжиках рассказали. Я думаю, что надо посетить оба. Если получится, будет круто. Оксана хочет именно на Яшмовый пляж. Кто бы когда мог подумать, что все вот эти вещи с Великой Отечественной войны, золото могут нам понадобиться в нынешнее время. Ну вот, такое время живем. Не дай бог, конечно, чтобы сюда кто-то нападал. Но по факту вот такая вот информация, ребятки. Мы тоже их снимали внутри. Сейчас они закрыты. Старые видео поднимать. Раньше мы по ним гуляли. Так же, как и Балаклаве. Тут любой ракурс на эту гору показывает совершенно другую красоту. Потому что вроде бы ты прошел чуть-чуть, все меняется. Жалко, что на квадрокоптер сейчас нельзя летать. У меня уровень полетов на FPV очень неплохой. Было бы очень красиво. Здесь внизу есть прогулочные дорожки. И отсюда открывается вид на пляж. Ну, вот они сказали, что не знают, как этот пляж называется. Я думаю, что Оксана сидит уже и на него залипает. Цвет воды просто невероятно красивый. Я в прошлый раз тоже оценил его. И здесь, видите, дорожки прям по низу гуляют люди. Можно ручейками спуститься к берегу. Но там хорошая добротная лестница. То есть, я думаю, туда не составит труда нас прогуляться. И тотальная застройка мыса. Везде, где только можно, уже живут люди. Ну, или гостиницы построили себе. Вот тут пианинка. Все играют на ней. За вот этим мысом гора Кадет, я так что ли понимаю, называется Каравелла пляж. Кава Кадет — это горная вершина, расположена на берегу моря. Сыграйте нам в траве сидел кузнечик-то, попробует. Все было бы интересно. Как вас зовут, маэстро? Игорь. Игорь. А откуда? О, слушайте, мы с Анапы.
Ёк, макарёк, вот это виды, ребята. Высоковато, однако, да? Оу! Не играй, ничего страшного, то мне страшно будет, и я такой... Ау! Ой, ну, конечно, красота, страшная сила, и сила страшной красоты. Такой стал, ох, на краю языка. Там кто-то прям парит по воде на сапах. И осматриваешься. Клево. Надеюсь, что он тоже заходит. Это все. И давайте уже сейчас с этой стороны посмотрим. Вот когда вот сюда пришел впервые, захотелось на тот язык сходить. Ну ладно, мы сегодня по пляжикам. Кстати, под солнцем, летом. Тут, конечно, тоже очень красиво, потому что зелени больше. Бабочки, вот, допустим, летают. Красота. Ой, под тучку зашло. Ребятки, паркуем машину. Я не знаю, как я сюда доехал. Короче, вот мы туда выходили, где пианино. Отправляемся. Первые два пляжа. Оксана говорит, что уже бывал на вот этом пляже. Там, в принципе, очень красиво и интересно. Тут кафешечки. Ну, отмечено даже как кафе, ресторан Фиолент. Возможно, да, это нашим ребятам. Дай бог им сил, мощи, чтобы здесь было тихо, спокойно, всегда, всю жизнь. Разные граффити. Красивые. Вот сюда вот эта скала выглядит тоже клево. Такой обрывчик. И дорожка вдоль участка. Хорошо, хоть заборы не уходят туда в море. Кострище кто-то полил. Можно вот тут даже становиться с палаточкой, отдыхать, в принципе. Круто тоже будет. Ребята там рядом с нами стояли, спрашивают, это единственный спуск. Оксана говорит, это самый легкий спуск здесь, который есть. Они такие, ой, не, мы поехали дальше тогда. Ой, как красиво это смотрится, а. Тут кто-то очень... занялся озеленением, чтобы не поворовали, ребят. Это вот прям анапская тоже тема. Прям сетки сделали, чтобы никто ничего не выдернул. Чтобы можжевелка разрослась и склон укрепила. Правда, жизнь такая, что, к сожалению, наши люди нехорошие вещи делают. Там вообще сосны в этих стоят в кубах. Можно было ближе подъехать, припарковаться, ведь машинка стоит. Отсюда уже спускаться. Это нормально. Тут самое печальное, что смотри, тут люди свалку организовывают, которые живут, сбрасывают мусор. Это примерно как у нас в Витязево в Лиман делают. Ну, вроде бы ветки, палки, ничего такого, да? Но вонь стоит явно не от веток и от палок. Вот видите, там поставили, и сюда можно было двигаться. Тут другой парковки еще, отсюда спуск. Там сверху смотровая площадочка тоже. Ливневая система здесь реализована. И мы подходим. Слушай, ну ты говорил, тут далеко-далеко. Что тут идти осталось-то вообще? На лестницу посмотри. 800 ступеней видел? Я ее за 6 минут подбегал. Что тут идти? Что-то как-то... Изи пляж, ребята, я его могу назвать. Пока. Может быть, я, конечно, еще ошибаюсь. И мне со стороны кажется не страшно. Посмотрим дальше. Домашнее виноградное вино. Блин, пил бы, было бы хорошо. Эх, вино домашнее. 800 рублей литр. Зато под деревом на пути к пляжу. Круто. Дошли до следующей скамеечки. Тут, правда, без деда с вином. Ну, тоже клево. Отсюда, так понимаю, что есть небольшой вид. Ой, йо, как же красиво. Ну, такого у нас точно на 800 ступенях нету. Тут вообще прям пошел тень. И еще скамеечка. А тут такое ощущение по аромату кто-то... как раз таки взятое там винцо попивал. Вот самая главная просьба, мусор не бросать, носите все с собой и чужие забирать. Вот я всех об этом прошу, чтобы было классно, чисто и прекрасно. И после вас, и до вас. Вот там постройки сверху, конечно. Боже, ну и дошли до лестницы, о которой у Оксаны самые страшные воспоминания. Говорит, тут столько ступенек, ты ее вообще видел, какая она страшная. Да начнется наше путешествие. С посиделок. Тихо в лесу, только не спит кто-то там, да? Пойдемте. Оксана увидела с правой стороны пещеры, но мне кажется, это лисьи тропы, там не пещеры. Такие камни отваливались тут. Стремненько.
Ну, тут везде ящерицы, змеи и кабаны дикие. Следующий пролет. Это тут прям супер комфортно пока. Два пролета прошел, тут уже типа можно посидеть. Какой-нибудь, понятно, там туалет или родник. Опасная зона. Вряд ли это туалет. Угу. Туалет не опасный. Наверное. Может быть, написали опасную зону, чтобы там в туалет не ходить. Первые люди. Скажите, холодное, нет, морешка? Теплое. Теплое, это прям теплое-теплое? 22. 22, это хорошо. Спасибо. Пожалуйста, и дети тут ходят. И шикарные виды открываются. Отсюда, слушай, мне кажется, сверху оно совсем по-другому представляло себе. Эмоции первые классные, но такое бескрайнее, большое. Я думал, там такой узенький, маленький пляж. Тут оказывается простор. Что я даже напрячься уже не успел, мы подходим к этим местам. Здесь расщелина Ларионова с правой стороны. Это Юнга и Кадет. Это вот эти, наверное, камни называются. Это у нас грот Дианы, раз таки там находится, о котором я ранее говорил. И в эту сторону царский пляж, нудистский пляж. Что там за камушком начинается, затем совсем чуть-чуть остается до спуска вниз. Там женщина в возрасте побежала с такой скоростью, что Оксана ее не догнать. Причем я смотрю, восстанавливаю эту лестницу. Видите, тут ребята бизнес делают на сапах, поэтому им выгодно, чтобы здесь все работало. Кто-то возвращается с прогулочки. Красота. Деревянные закончились, пошли металлические. Вот металлические надо бояться ступеньки, потому что по ним можно оступиться. Но какое море манящее, тем более ребята сказали, что теплое. Сейчас нас порадует. Вот они, последние спуски. Надо только выбрать. А, слушайте, этот пляж типа просто так легко не протянет, хотя есть там тропинка. И все, здесь в полной мере этот пляж видно. Побежали вниз. О, кстати, тут можно по скале, по-моему, прямо залезть. Пляж не царский. Шторма. Ну да, ну, представь, как прилетали, видишь, сельце шашла, обрушилось все. Грот Дианы, говорят, 7 минут на сапе. Сапы 900 двухместные, одноместные 700 рублей, час прокат. И туда минут 30 в одну сторону можно сходить до пляжа Баунти. Там говорят, песочек на дне белый. То есть хоть оставайся и ходи, но туда надо брать минимум сап на 2 часа. То есть 1800 хотя бы двухместный. В общем, будем думать, может быть, примем решение прокатиться. В любом случае, сначала надо тут посмотреть, что есть с земли. Оксана говорит, что так вот не было. Это вот ребята все после штормов разрушило эти балки, металл, все поломало. Сейчас пляж царский выглядит вот так. Это, кстати, вот как сказали мне, обе части именно царского пляжа. Тоже красиво, слушайте. Выходишь, тут такой прям вау. Камушки. И такая вот красота вокруг. Испытаем царский пляж. Как бы ходить не очень удобно. Это первое. Ласточков! При минимальных плавательных успехах вы можете до грота Дианы без сапа добраться. Вот там уже за углом. Царский пляж. Остался позади ласточки. Через свой гнезда. Водички славные. Ледушки, правда. Ну, так, в принципе, жить можно. Вот. Это место, которого не видно с пляжа. И там вот за углом находится грот Дианы. Тут на камушке прям красота, да? Мне кажется, на сапе тут быстро добраться можно. Да, конечно, сколько? Минут 7. И вот это разломик, это разломик. Три, два, один. И супер фееричный топор. Перед вашими сгорами открывается. Ну давай, попробуй красиво. Ну хорошо, давай как валенок. Это как? Не знаю, сейчас будет новая фигура. Прыгать валенком.
зацепила. Давай. Блин, а там где-то зацепиться можно? Конечно, там ребята залазят. Вон, смотри, мужик на скале стоит. Так это мужик. Нет, там просто глубина, без камня. И сразу глубоко. Все, давай. Я же говорил, как валенок. Выясни, в этот раз лучше. Ну ты опять ноги не выпрямила просто. Давайте, чуть осталось до грота Диан. Какая красота сзади остается. Людей, кстати, все больше идет. Уф! Ты прикинь, что ты пропустила. Кто пропустил? Ты. Грот Диана, ребятки. Ну мы уже можем так доплыть, я тебе скажу. Так очень-очень-очень красивое местечко. Каноэ. Тоже круто. Я вот не видел, парень нырнул или нет оттуда. Канал у вас называется... Канал Bounty Beach ведет человек. Я пойду, наверное, отсюда прыгну. Ну, я высоко не прыгаю. Там у меня на канале есть ребята, которые реально чемпионы мира. Ага. Они прыгают очень серьезно. Я прыгаю так. Любитель. Понял вас. Зашло. Я? Кайф. Кайф. И красиво, самое главное. 3, 2. Ух, ощущения прикольные. И главное, что вода, посмотри, какая благостная сегодня. Она прогрета в верхнем слое. То есть такой денек обычно в апреле. Слушай, по ощущениям отсюда смотрится как бы не так страшно. На самом деле, когда там сверху стоишь, да. Эмоции зашкаливают. И вот привыкший прыгать именно вниз головой, мне кажется, я рыбкой лучше бы зашел. Потому что, ну вот меня вот так вот все подняло, мышцы, то есть это было непривычно. Еще один зашел. Ох уж эти мужчины. Самоубиваются, да? Пойдем туда, сходим еще в град. Еще раз, это Яшмовый пляж, да? Это Друзья. Там пляж Каравелла. Каравелла. Все. Не знаю. Как? Мыс Лерма. Мыс Лерма. Лерма. Как все. Все. Мыс Лерма. Поэт. Белеет парус одинокий в долине моря, где он что ищет, он лезет. Лезет. Этот грот. Мы видим пляж Каравелла. У него тоже 300 ступеней ведут сверху. На него мы не пойдем, надо выплыть, хотя бы вам показать отсюда. Сверху, видите, ласточки прямо в этом гроте. Диана Скали Лермонтов. Ну и давайте. Главное, чтобы именно сейчас он не сломался. Это там вас снимают, девочки? Ну, красота. Кайфы, да? Там битва началась. Точнее, не пытаются помочь друг другу, делать только хуже. Огонь. Мы обычно, ребята, с вами смотрим на пляж Каравелла. С этой стороны Лермонтов, грот Диана. Девочки пытаются плыть красиво на сапах. Если вдруг у меня записалось плохо, мы посмотрим, как оно будет. Сюда вниз вот они, 300 ступеней сверху есть. И выходят. Красивые места. Вот такая медуза. Медуза, мы уже привыкли. Уже в прямых не боимся. Водички у меня прозрачные, говорят, что такое бывает нечасто. Море спокойнейшее, видно.
Так туда в глубину уходят. И здесь снизу можно снимать эту всю красоту. Пошли. Ты верила все, что раньше ты могла такие расстояния проплыть? Вообще, да? Крутяк. Холодный поток. Да, ну пятна пошли. Надо выплывать туда подальше. Девчули тоже попу фоткают. Я и моя камера сзади. Ой, как я отсюда прыгнул. Он тебя цапнул? Да. Лёв, не держал такого крабика? Милаш. Я таких видела сегодня гигантских. Ну таких лучше не брать, какие они там пальцы хорошо щипают. Но они там прятались, сидели, и вот на последней пляжке. Все получилось. Оксана, оказывается, офигенный пловец. Здесь угол левой пляжа. Людей становится, кстати, все больше. Это уже хорошо. Посетили этот пляжик, сходили до грота. Нам рассказали о том, что еще туда. И сейчас чуть перекусим здесь на камушке. Поднимаемся наверх и уже с местным блогером прогуляемся немножко дальше. Будет круто, я думаю. Вообще нам сказали, что туда еще дальше есть и пляж Подкова. Еще интереснее. Море сегодня просто шикарно нам фартануло. Ну, а тут на этом пляже, я, честно, даже не знаю, что смотреть. За камнем нудистский пляж, а здесь береговая линия, в принципе, ничем не отличается. Водичка, единственное, здесь вот вначале мутноватая, там поток воды какой-то стекает. И Оксана говорит, что там камни чем-то там подванивали. Возможно, грунтовые воды в гостинице просачиваются, ну, эти, имеется в виду, септиков. Может быть, конечно, и не так, это что-то другое. Красота. В принципе, отсюда мы все эти места уже видим в полной красе. Знаете, как будто кадр какого-то кино. Девушка лезет вдоль скалы, где-то я такое видел. И оператор идет сзади. Пойдем, пойдем, что ты туда лезешь? Он на самый верх, я же тебе говорю сейчас. Это в тапках, а я нет. Как раз таки нету даже вопросов, как это все образовалось. Видно, что это именно лава. Время извержения вулканов. Перемешку с другими фракциями, вкраплениями. Ух, красота. Обожаю, как говорится, заканчивать покорение покоренными местами. Потому что по-другому зачем это все делать? Вау, вот это вид отсюда. Красота. Всегда переживаю, чтобы камера показала именно то, что я своими глазами вижу, и вы все это оценили. Масштаб, конечно. Суперски, просто суперски. И дай бог, чтобы так и было в дальнейшем. Новые виды, новые картинки. Гоним. А, сначала перекусываем и дальше. Нудистский, царский пляж. И та эта часть. Гродианы. Дальше пляж Каравелла. Каравелла видели со стороны. И мы поднялись обратно к своей машине и нашли единственного проводника по мысу Фиолент. Вот так вот нам повезло. Представьте, пожалуйста. Александр меня зовут. Как канал называется твой? Баунти Бич. Можете подписаться на него на YouTube, если вы интересуетесь Фиолентом, хотите приехать, увидеть самые красивые пляжи, самые неизведанные тропы, посмотреть на самые красивые прыжки. Это все его контент именно о мысе Фиолент. И он согласился нас провести на куда? Посмотрим скалу дракона в год дракона. Это дело у нас как бы святое. Вот, и со скалы дракона мы пройдемся к каменной голове крокодила, где сейчас будет молодежь тусить, там крутить всякие акробатические этюды. И, соответственно, посмотрим бухту Александр с призом Баунти, который, к сожалению, в этом году не столь красив, как все предыдущие годы. Почему, скажу. Потому что после шторма века надо мусор убирать сразу, а не ждать мая, пока он там окислится и пойдут черные водоросли по берегу. Вот. Полгода они, значит, не убирали. Мы все убрали пляжи, Баунти оставили. И теперь, ну, увидите, что он не столь красив, как мог бы быть красив и как был красив все предыдущие годы, к сожалению. Ну, вдруг нам сегодня повезет. Нет, ну сегодня-то что? Ну, то есть максимальная красота будет из красоты. Вот, поэтому. Так, ссылочку на его канал мы оставляем в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите, как говорится, онлайн за мысом Фиолент. Он каждый день здесь. Вот мы познакомились на воде, когда он прыгал. Это видео видели.
Сейчас с вами наблюдаем самое красивое, как нам Александр рассказал, море именно в данный момент времени. Потому что такое бывает только в середине июля, что вода теплая, море гладкое, солнце светит. Так вот, тепло и хорошо. Расскажи вот вкратце про эти места, пожалуйста, что мы сейчас видим? Мы видим Виноградный мыс, пожалуйста, вон там на камне прекрасные дети, значит, учатся нырять, это хорошо, там, кстати, высота камня 3 метра и 4 метра глубина, это пляж Бриз, после шторма века он стал реально в 2 раза больше, то есть вообще он был в том году полностью застроен, он был в 2 раза меньше и был полностью застроен. Потом пришел шторм, который был 10 метров волна. Вот это все забрало, чтобы говнище больше не строили. И говорит, вот, пожалуйста, вам еще больше пляж, то есть, чтобы вы преисполнялись. Вот. Ну и вот, пожалуйста, начинает преисполняться. Значит, у нас здесь полно мраморных крабов, у нас здесь полно рулены. У нас тут полно, даже и форель заходит. Пожалуйста, все это можно ловить, хоть подводный, хоть надводный. Подводный мир в маске и вот это все, ну, сами видите, это просто благодать, считай, Мальдивы. То есть там у нас находится кемпинг «Робинзон», где вы можете остановиться, и там просто будет, поскольку солнце садится туда, там будут просто топовые закаты. То есть у них прям лежишь на гамаке, и вот это все садится, и очень хорошая точка для заката. Вот, сейчас по диким тропам мы пойдем в такую красоту, что сойдем с ума. Потом пойдем. У нас вкусно рассказывает, мне прям нравится. Когда человек в теме тех мест, которые... Ну, это прекрасно. Пойдемте глядеть, ребята, то, о чем мы сейчас с вами поговорили. И вот такая вот тоже красивая тропа нас ведет вниз. Александр рассказывает, что эти пещеры вырыли еще при Древней Греции. То есть до этого, пока мы ехали, он рассказал, что здесь Фиолент описан очень хорошо у древних греков, о всех их мифах и легендах, а также... Причем там арест и Пилат, они, допустим, изображены ровно так же, как они сейчас. Вот первый. Ну, это не самые большие пещеры, их засрали. Вот. Ну, вообще здесь молились раньше. Ну и так иногда приходят помолиться, а кто-то приходит погадить, к сожалению. Вот люди, да? Отсюда получается другие фоточки. Сюда свечки вставляют. Да, они палатки ставят, и огни разводят, и таких 5 штук. Но самые большие там наверху. Номер 2. Смотрите. Вот огромная просьба к людям, которые здесь будут. Не надо гадить в этих пещерах, пожалуйста. Потому что это молельные места. Прикол. Зеленый все больше, да. Да. Подожди, тут еще 3-я пещера. Сейчас глянем. Разрешите. Ну, я понимаю. Вот так вот выглядит. Она даже более низкая, чем те. А это подарок от моих подписчиков. Мурманск? Да, они пускай подарят путевку, чтобы мы китов смотрели. Что они там тебе подарили? Слушай, меня зовут во все города России, но только я люблю Анапу. Это тема. Я впервые в жизни, вот я веду влог тоже около там, ну много, больше 10, наверное, лет там Инстаграм начинал, то есть Ютуб только появился когда. И ты прям одним влогом. Потом я ушел, да, из инсты чисто в Ютуб, и вот в Ютубе развивался, пока вот война не началась. И... Да фиг с ним, я срал на всех, как бы, политкорректности. Война — это когда убивают людей, и все, оно прям попадает, понимаешь, вот под все это писание. Ты мне рассказываешь, который сидит 3 года под обстрелом? И... Фиоленте прилетало серьезно. Ну, об этом лучше не говорить, потому что как бы не раскрывать для противника все тайны. Да, конечно. И вопрос, блин, это вот реально такой маршрут? Да. Круто. Это нормальный. Прикол. Ну, в общем... Самый начальный для школьников. Сейчас я больше ухожу в Телеграм, но для Ютуба тоже снимаю. Не, я ходила по более таким. Мы же только начали, ребята. Подожди. Какой я шлепки взяла? Надо в такие маршруты это надо кросы брать. А ты смотри, что я тоже в шлепках на вообще. Я знаю, ну ты. На опыте? Ну, сними. Я знаю, что по таким маршрутам хорошо ходить, когда ты уже это, не боишься. Так, Оксана. Ты кого боишься? Все справляются, и ты справишься. Ну, я должен это вот так-то. Старый! Так, вот еще одна пещера.
Вон там самая большая, пойдешь? Вот это пещерка. Тут вам и где поспать, и пожить. Два года назад здесь, ну, и жили круглосуточно. Она сейчас вниже туда спустилась, на землянку. А чего это такое отсюда? Ну, много, большая проходимость, начали водить. Да, да. Ну, только момент, что вот хлама натащили и не утащили. Вот такие вот моменты не радуют, честно. Так, и куда-то они ушли. Догоняем. В общем, крутецкие места, согласитесь. Спускаемся. Тут главное не упасть. Ух. Вот это контент пошел, ребята. Туда тропа уходит, но мы идем в пещеру. Сюда налево. Вау. На фиоленте. Который где, как Ялта, да? Где субтропики, и оно даже зимой зеленое. Всегда зеленое. Прикол. Представляете? Через что мы только что прошли. Какая информация крутая. Я не знаю, мне кажется, я боюсь. Эта пещера точно лучше. Если тут водились какие-нибудь саблезубые тигры, то им сюда было забраться сложновато. Это прям хоромы. Офигеть, да? Апартаменты. Так это есть апартаменты, не поесть. Доброе утро. Сидит там на песке уже давно. Ребятки, вы представьте просто, вот как можно жить. Бесплатно, да? Ну, домашний питомец. Крутяк. Тут даже укроп растет, ребята. Главное, чтобы от него не перло. Не только, не только. Вкусно? Да, сейчас мы стоим прямо над нудистской стороной. Над чем? Ну, здесь нудисты тусуются. А что их не видно? Ну, потому что они этого тусуются. Мы их со скалы дракона увидим, если они сегодня есть, но должны быть. Нудисты! Мы здесь. Они выйдут. У нас камеры. Да, и здесь Александра с большим алабаем. Она не любит таких крикунов, поэтому... Большой алабай? Это секретно, что такое, или как Александр, или Александр? Александр. Вот такими вот маршрутами мы двигаемся, двигаемся. Слушай, вот там прям как смотри, как лицо сфинкса какого-то. Прям смотрится и нос, и рот. Да, кстати, это не просто как лицо сфинкса, это и есть лицо сфинкса. Вот так. Такой как... Это вот этот алабай? Черный он, алабай? Нет, он тогда как дело. Вон, там. Что-то Оксана аж не обрадовалась. Смотрите, какой вид открывается. Вон, 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 там справа стоял собака. Вот, еще. Нет, вот. Слава богу. А вот, кстати, уже, наверное, кого-то мы там видим. Малыши. Вы просто посмотрите, какие испещренные скалы. Какие здесь виды. Вот тут с дачи проходишь, и все круче, круче, круче. Сейчас мы по штиле, и сейчас мы выйдем на, значит, уже к скале дракона, на сам мыс. Ты поняла, где мы? Это место силы. Ты говорил, когда там тебя попрет. Вот тоже на скале драконов. Год дракона. Ты дракон, давай. Дракон, год дракона, надо зачать дракона. Поэтому вечером приезжаем к дракону, ставим палатку. И в 12 ровно перед драконом начинается вот эта жарко. Куда он поплелся? Давай, загоняй его в угол. Где он? Под камнем, под этим, падла. Вот. Там такая змея была. Огромный. Здесь есть водичка. А, то есть, а может он людей хотел съесть? А мы их спасли. Пожалуйста, это вот здесь раньше церковь была. Вот здесь останавливаются ребята. Это, ну, это топовая локация, прям с видом туда-сюда. И здесь никогда не забьют. Как вам? Вот шли бы, даже не знаю, Александр, я еще говорю, я счастливчик, я что тебя встретил. Я тоже. А это так все говорят. Круто. Да мы тут залипли. Ну, понимаешь, сильное такое место, оно сразу чувствуется. Древнее, но мы идем в еще более сильное место. Так, у тебя все там, там за углом будет лучше и лучше. Надо проявить уважение к дракону. Я чувствую, мы сегодня сюда прем матрас, да, Оксана? Лучше, там можно без матраса. А? Класс.
топовая. Здесь закаты вообще бомбили. Походу тоже за драконом пришли. Чтобы ты понимал. Рассказывай. Пойдем, пойдем. Сейчас, сейчас. Панорамочку. Ух. Уф, это голова дракона, да? Я в восторге, просто в восторге. Ух! Юля, первый раз вижу, чтобы возле дракона были дельфины. Сейчас такой контент. Вот это да, нам, я же тебе говорю, привет. Вот так вот масштаб, чтобы вы понимали, Александр, какой маленький, какой масштабный этот дракон. Там еще и дельфины. И вот тут спустишься вниз, и просто то, что увидишь. Ребят, ну очень крутые места, которые показывают. Мы вот редко бывает, что с людьми совпадаем. Александр только нас гонит, он понимает, сколько красоты хочет нам показать. Вы его поддержите обязательно подпиской, чтобы человек старался, он показывал постоянно эту красоту, свой любимый Эверленд. А, что тут ничего красивого нет? А, со стороны видишь, когда снимаешь кого-либо? Вау! Ху-ху. Это считается вот чем на драконе? Ну вот это вот часть. Это дракон. Ты не с того, ты спустись. И, а, все, то есть дракон вот так. Не вот это все, а это его голова, а именно вот. Да. Все, я вижу. Голова. Да. Вот как-то под углом смотрите на него. Фух. Дракон, единственный, где видно, как это дракон. Ну как бы у меня все дорисовало и оттуда, я тебе честно скажу. Просто... Ну и он все равно вот так видит. Да. И здесь вот дельфины плескаются. Он раз, два, три. Очень красиво. Первый. А с дракона это откуда тут прыгать-то? Ну, есть люди, которые прям с носика прыгают, ну а мы можем туда зайти и там с 4-5 метров. Вот это да. А здесь потом заплыть и подняться. Нас оттуда не снимут, да, получается? Там, кстати, грот дракона, может тоже его пойти снять, там где Оксана сидит. А вот там сейчас ребята прыгали, они откуда там прыгают? Там 10 метров. Я, кстати, не знаю, что за ребята, надо пойти посмотреть, может это наши. Потому что обычно наши там прыгают. А сегодня мы прыгали со скольки метров? С 5. А, то есть 3 метра это не страшно должно быть. А вот тут сколько получается? Ух! Ты поймал это? Огонь! Заказ сработал. Вы заказывали, выполнено. Так, друзья, 7 дельфинов я насчитал на фоне скалы дракон. Это выглядит восхитительно. Один там вообще прям заряженный, он такие кульбиты показывал. Фантастика. Как это прекрасно снимать, но... можно сказать, еще в вечернем закате, под блески солнышка по воде. Такие кадры. Слышно, как они дышат, потому что сегодня нет практически ветра. Там еще одна группа дельфинов, по-моему, из 5 состоит. Огромное количество афалинов вдоль всего побережья. Это невероятно классно. В общем, ребята, мы тут кайфанули от этого дракона, потому что у нас Оксана год дракона, я тут повелитель драконов. Короче, у нас тут прям целый симбиоз. Так что, Александр, спасибо. И дельфины дополнили эту картину прям как по маслу. Ладно, двигаемся сейчас. Еще топовое место. Идем у нас еще, как говорится, оно тут не заканчивается. 17 метров, ребята. Человек-рыбка и рекорд России. Он у меня на канале, его много есть. Вот отсюда, с этой ступеньки, 17 метров, он ныряет рыбкой. Причем и зимой, и летом не важно. Красавчик, как его зовут? Раума. Нет, да не один он ныряет, просто рыбкой один он ныряет. А так ногами много кто прыгает. Слушай, ну вот мне кажется, что рыбкой прыгать гораздо проще. 17 метров? Ну вообще, то есть, ну я вот нырнул впервые. Получается, что после 10 ты рискуешь жизнью, и это правда. Позвоночник и все вот это. Ага. То есть, честно говоря, ну я пока не готов. Я вот 8 пока. Ну вот в этом году задача, наверное, нырнуть ногами хотя бы с 13, ага. А рыбкой. Ну, 6 я ныряю, очень плохо. Вот хотя бы с 8 научиться нырять нормально. Ну, прикольно. На самом деле, даже послушать о том, что у нас такие соревнования проходят, и человек как бы вот в теме рассказывает об этом, мне, по крайней мере, очень интересно. А посмотрите, как... Многие люди вообще приезжают и с проводником, чтобы я их привел на точки, где нырнуть. Ты же пойми, я вот проводник, но кого-то интересует дайвинг, ага. Кого-то интересует тропы.
кого-то интересуют инстаграм фоточки, кого-то прыжки интересуют, то есть и у всех разный запрос. Вот так вот, круто. Это называется, ребятки, грот дракона. Знаешь, как будто он там живет и оттуда вылетает. Крутяк. Слушайте, очень интересное местечко тоже. Это все вот на одной скале столько интересного и классного получается увидеть. Это вот моя прогулка для вообще стандарт. И все уже после нее забиты контентом. Вот грот дракона. Он выходит, ну, не очень глубоко в скалу. Там глубина 3 метра 4, там очень много, значит, голубей. Срут они на голову отчаянно. Пугаются, когда ты заходишь туда, да? Тебя здесь оставим, потом заберем. Здесь надо не ходить с ней ночью. Сама дракон, зачать дракона, возле дракона будет 3 дракона. Одни драконы. На упряжку. Мы уже нового президента зачнем. Такого, как Путин. Выходим дальше. Я сейчас чуть-чуть вниз спущу. Что-то такие звуки, как будто там кого-то, ребята, купаются. Видишь, что вот это лик льва. Если чуть-чуть ниже спуститься, видно, что это лев. Спустимся чуть ниже. Я вижу такие. Вот он, лик льва. Да, похож. Красиво. А еще ниже спустишься, он прям вообще лик льва. То есть, и когда на носу стоит человек и ныряет, то это вообще не отличается. Чтобы вы понимали, куда он. Мне говорит, спустись ниже. Еще ниже. Потом совсем ниже. Видишь? Да. Я понимаю, гриву вижу, морду вижу, Симбу похож. Круто. Не хочешь спускаться? Да нет, а тут не страшно, девчонка, не переживай. Ну слушай, сейчас этим надо заниматься. Ну, то есть это можно дальше. Фух, красота. Как вам тропы? Супер просто. Начинаю вспоминать. Фиолентийка. Оксана оказалась-то фиолентийкой. Сколько ты тут жила? Принято сразу. 3 дня? Жила. Вы понял? То есть... А это уже правильно. Ну, 3 дня уже ты фиолентийка пришел. Я бы тебе уже цифровой паспорт выдал. Фиолент-коин, и ты бы у меня уже здесь. Слушай, вообще вид, а? Просто фантастика. Мы плавно переходим в бухту Александра. Вон там уже виднеется каменная голова. Правда, с этой точки не видно, что это крокодил. Вон нудистский пляж крокодил. Сейчас мы туда пойдем. Там вроде чуть нудистов есть, я вижу. Да, они вообще там тоже нудисты должны быть, потому что там есть еще. Когда-нибудь, да. Хорошо, что ты говоришь когда-нибудь. Значит, никогда не пальцы не будет. Она просто завидуется. Кайф. Ёк-макарёк. Есть контакт. И смотрим на второго. И как ощущения? Не слышно. Тогда второй вошел. Он всплыл. Все. Все живы, здоровы? Это дикий пляж крокодил. Отлично. Вот тут я сидела, попивала пивасик. В этом месте? Не, вот там внизу. Ага. Там я фоткала девочку. Воспоминания о былой жизни. Ребята ищут, это как у нас вода перед. Это где здесь море? Туда! Райский сад, ребята, это местечко называется. Попадали. Вот так вот. Я вот, допустим, своими прогулками вылечил здесь уже не одну сотню людей. Смотрите, какая красота. Зависимость, алкоголь. Скажи, что нравятся вот эти вот вещи? Вот, ну, что означает муравы, да? Ну, это просто здесь вот эти фиолентийцы, кто останавливается. Ага. Ну, как бы у них тут заведено в райском саду. Во сколько бы ты ни шел, если ты видишь человека, говоришь доброе утро. Ага.
Как ты понимаешь, что это лист? Если человек говорит добрый вечер, привет или что-то такое, то ты понимаешь, что человек не лист. Это как бы такое творческое самовыражение. В основном сформировано грибами, какой смысл оно несет не совсем понятно. Ну, понять, что ты под грибами сразу или не под грибами. О, потому что да. Вот знак, если ты превратился в гриба, это твой знак. Высечен в скале. Вот это да. Как много познаний чудных несет нам жизнь одна. А зачем мы сюда идем? Дальше пройти. Там же еще пройти. Ага. Райский сад мы заходим. О, это райский сад. Я... Интересно, что там сейчас. Джунгли. Красота. Киса тут встречает. Дорога, в общем, здесь довольно-таки сложновато. Это нормально. Ну, согласись, что без проводника ты бы ей не пошел. Ну, откуда идешь, тут как бы вообще в принципе не подумаешь, что это дорога. Да. Хотя... И я хочу сказать, в этом году Фиолент такой зеленый и сложный, он никогда так не был. Вот так вот. Очень быстро пришла жара, очень все быстро позеленело. И реально ходить, не знаю, троп тяжело. Я уже прям кайфанул, могу сказать. Очень свободно, прям комфортно. Здесь палаточку поставили, да? С таким и шикарным будет, видом. Ну, то есть все, тенек есть. Заходим в райский сад. Или когда ты согласился быть проданным? Я? Угу. Ну тут же как бы не спрашивают никого, когда продают. Вон хорошее место, свободное. Ну то есть людей еще не так много, как обычно. Вообще меньше, чем в том году. В том году даже, а в 22-м здесь уже яблоки негде пошли. Так, даже тут нудисты еще не все заняли. Я же говорю, что те, кто знает, стали меньше 10 из-за отсутствия самолетов. А те, кто не знает, им надо тропы. Ой, слушай, а мы такое место интересное прошли, а что там? Ну, мусор, да, я имею в виду, там дальше так прикольно разрисовано. Это тоже стоянки, правильно? 69. Да, там раньше стояло. Раз рядом с туалетом, очень удобно. Рим. Все настолько было уже тут продумано. Да. Ну, то есть все вот эти деревья, это люди сами посадили. Класс. Ну, пусто вообще. Вот стояночка. Там тоже. Видишь, даже пытаются какие-то эти ютки высаживать. Ну, каждый что-то пытается привнести свое интересное. Да. Вот место хорошее. С таким видом, да? Ну. Самые топовые локации на Баунти заняты. Сейчас ты их увидишь. И они еще устроили туалет тут по дороге. Честно говоря, первый год такой вижу. Да. Вот прям сейчас проверка и началась. Ничего не началось, я уже. Огонь. То есть и там еще можно было спуститься. Ну, прикольный у нас маршрут. Не, ну у Сани маршрут типа интересный. А там, ну, там такой стрёмненький. Вроде как в лесу находимся, вот фри, там свободная любовь, там все и забор. Суть такая, что ребята, ну, то есть они ставят там палатку, и часто их нету на месте. И чё? Ну, и ты жопу поднял, место потерял, правильно звучит? Ну, это вот, это уже безнаказанность называется. Я не заморачиваюсь по этому поводу. Вот просто... это уже пляж Баунти. Угу. Вот это бухта Александра, которая уже больше не так красива, как это. Я предлагаю вот этот камень посетить, где ребята прыгают, это прям хорошо, и там дальше, и дальше, дальше, везде попрыгать. На пляже Баунти, правда, делать, он уже не такой красивый, видишь, они не убрали мусор после шторма века. И пошла черная вот эта вся от мусора, знаешь, зловоние. И пошли вот эти черные водоросли. Вот это все раньше было таким же ярким, как, ну, просто песок виден был. А теперь смотри, 100 метров пляжа нахрен, ну, то есть из-за того, что не убрали мусор после шторма века. И теперь топовые локации вообще не на Баунти. Вот так вот, ребята, прикиньте. То есть, все, кто там рассказывал пляж Баунти, ну, кто не видел его в рассвете, так сказать, и не поймет, а кто видел, тот уже понял. Здесь смотрим,
Они сидят, снимают, но меня ждут. Везде народ лазит, пищит, короче. Все, она надежна. Здесь мы ставим второй раз ногу и держимся за нее. И здесь мы ставим третий раз ногу и держимся за нее. Вот ты видел это, да, как он подскочил? Быстрее, быстрее, мы ставим контентом. Тебя подстраховать? Ну, да, типа, наверное, нет. Наверное. Вон, теперь третью. Ой, вторую и третью. То есть, если быть по-честному, все довольно проще было просто, и все. Ну, коробка-то. Ну, знаешь, девочки, может, так было бы и не проще. Ой, я вот этот спуск вообще никогда не любила. Тут сделали лесенку. Он очень скользкий, а здесь сейчас будет еще скользкий. Кто-то не убегает. Я тебя жду этого. Так, ну что, ну куда идем? Раньше тут лесенки не было, чтобы ты знал. Вы хотите подойти там, чтобы нам никто не мешал, или пойдем к людям? Без разницы, слушай. Мы сейчас почили вместе. Вообще без разницы. Как ты скажешь, так мы делаем. Мне все равно, я с людьми как бы общаюсь. Это и понятно, но я имею в виду понырять. Мы можем пойти туда, можем вот здесь занять место и понырять сейчас с большей высоты. И большую не надо высоту. Больше не надо, меньше. Да. Прыгал, пошли попрыгаем сантиметр. Ты лучше, чем меньше, где мне как бы некомфортно было, поэтому я же тебе говорю, что да. Я никогда не прыгал вниз, прыгаю всегда рыбка, вот если меньше метров, я, может, рыбочкой бы прыгнул. Откуда? Вот оттуда. Вот, сейчас туда идем прыгать, тем более, раз ты там прыгала, повторим. Как это было когда? Очень клево, слушайте, места много, как тут разместиться. Смотрите, каменная голова крокодила, и мы сейчас с нее попрыгаем. Александр говорит, главное, переплывите туда. Дальше будет все хорошо. Ты пойдешь с нами или не пойдешь? Куда? Прыгать с крокодила. Уф, боль, боль. Александр. Огонь. Все, можно двигаться. Крокодил сил дал, немножко забрал, попрыгали, кайфанули. Но места реально фантастические. Здесь свой вайб, своя атмосфера, как-то вообще другая. Как будто, знаете, жизнь чуть замедлилась, остановилась, и можно кайфануть по полной программе было. Это было круто. Всем, кто прыгал рядышком, респект и уважуха. И еще один взгляд кидаем на это местечко. Оставляем ребят еще попрыгать красоте этой. Хочется снять это местечко, которое с той стороны заборчиком перекрыто. Там гамачок, палаточка. Люди тут отдыхают с таким вот видом. Первая линия. Круто. Все, погнали. Самый красивый родник на Фиале. Вот, ребятки, тут отдыхают. Приветствую. Красота. Вот это огонь. Смотри на вот эти переплетения. Сколько вот это лоза вилла, сколько столетий. Вот это, да. Ну, то есть это уже было, да, получается? Это уже давно. Внимание, прохода нет, обвал опасен для жизни. Люди, внимание. Вот так вот. Вот так вот. Имеет дерево ему. Самый красивый родник на Фиолете. Крутяшки. Все тут на этой воде готовят, пьют, собирают ее. Вот. Я смотрю, даже кто-то водопровод сидел. Ну, делали, да. Когда... Да еще и сделают, чтобы он отходил туда на низ. Но там свои родники есть. Это не самые чистые, но красивые. Самые чистые на брите. Сейчас рыбу. Они убили. Надо только
красоты. Посмотри, какая испещренная тоже скала, подсвеченная. Тут дерево. Вообще, совсем, да, другой мир. Были в жаре. Что за проект детской площадки? Ну, для детей, наверное, площадку там хотят сделать. Вон там внизу, тут юка, смотрите, как выросла. Там детки. Там игрушки. Игрушки, да, то есть видом на море тоже. Да, котяк. Главное, чтобы они потом вот. Мне вот эти паутинки очень нравятся. О, сам атмосферный, что я тут вижу. Слушай, эти джунгли просто не... Вот так вот. Прикол, да? Палаточка. Под навесиком, с настилом своя, собственно. Та пещера уходит. Да-да-да. Фиолин, конечно, открывает совершенно с другой стороны. Тоже палатка. Стоянки. Блин, ну в лесу заборы меня прям убивают. Я к этому не привык. Круто. Это кухня вообще. Там есть туалет. Это... Поэтому ты говоришь, да? Общее, общее. В общем, аборигены тут довольно-таки интересные. Выглядит весело. Слушай, ты знаешь, как этот открытель всяких границ, мы с тобой двигаемся, солнце красиво попадает, и туда дальше маршрут. Все, мы закидываем Оксану вниз, поползла. Так, ребятки, ну вот так вот с этой стороны выглядит пляж Баунти. И вот видите, разговор за водоросли черные, которые пошли. А должен быть песочек везде такой беленький-беленький, то есть вот та часть тоже. Ну, как есть. Все равно, по-моему, очень-очень даже красиво. Ты перекрестила их? Мы уже и в церкви были. Давай, давай, давай. Ты сможешь, Там веревка аккуратно рвется, крепче держись. Я не пугаю меня. Меня тоже, Юра. А вы еще не познакомились с ее матерью? Я вот ее и закаливаю. Это чтобы, ну, не в одну сторону звезделей получать. Вот это огнище. Все, пошла. Следующая. Меня еще не отпустили. Нет, это не так страшно. Сейчас они на следующую перейдут. А что такого сложного? Не могу понять. А зачем канат вообще? Да можно без каната, просто под страховку. Без каната веселее. Ну давай. Ты снимаешь? Сейчас, подожди, давай. Снимаю, пошла. Мне так страшно, Юрочка. Юр. Давай, ползи. Лишение тяготы для тех, кто хочет добраться до пляжа, чтобы там наслаждаться. О, покажите, как надо. Тут они что-то все... Вот, смотри, как мужики делают. А тут это женщины, девочки, то есть скулят. Оп. Гангнам стайл. Окей. То есть я не понимаю. В одной руке тапочки, в другой камера, как вы понимаете. Тут почему все держится? Потому что скользко. То есть оно вот так вот все разъезжается, но надо баланс просто поймать, тогда все будет, наверное, хорошо. Но это не точно. Ведь пробегать. Короче, они тут на веревок на меня только отвлекают. Вот так вот не надо. Оксана, давай подтолкни ее. Не, за канаты я пока не буду держать. Ну пошла дальше, давай. И с чем вообще тут канаты придумали? Слушай, она чуть на него не улетела. Ты видел?
Ну, я не знаю, тут уже столько любви произошло на этих лестницах, не будь тут канатов. С этого, где балаклава, с одного из пляжей. А, ну там просто эвакуация была, тебя забрали? Или ты не... Мы опоздали на катер. А, и МЧС вызывали? Ну да. Офигеть. Это была ночь, по горам не вариант был идти. А у моей подруги на следующее утро как бы самолет был рано утром. На ночь тоже не остаться. И сколько обошлось вам? О, то есть вызывайте МЧС, пользуйтесь их услугами. Все, Оксана спустилась. Оксана, лови! Ура, у меня есть свободная рука, я и могу что-нибудь взять и делать. Спускаемся. А раньше не мог? Нет, раньше там были твои шлепки. То есть, если бы я полетел, я бы полетел. Ты спускал их оттуда? Да. Ради кого? Ради кого? Знаешь такого? Запись есть, пленочку еще нашли, ребята, и продолжаем нашу прогулочку в этом месте. Мне рассказывали о том, что это самый крутецкий, красивый пляж, на котором тебе обязательно надо побывать. Пришел, посмотрел, в принципе, выглядит интересно, но на драконе, точнее на... Да, на драконе мне понравилось, очень сильно понравилось на крокодиле. Вот пляж крокодил с его возможностями зашел гораздо сильнее. В общем, движение вперед продолжается. Что там интересно было на этом камешке? А это типа просмотр. Вот такой вот вид, ребята. Я с помощью Ярика почти научился. Еще это все на закате. Круто? Ну и как-то маленький этот пляж, я хочу сказать. О, я вижу, Александр уже там пытается прыгать. Парень на сапе пришел. Красота. Оксик тут штурмует все эти места. Ну, это не тот проход, вы не подумайте, я просто не пошел там через камни. Ох. Водичка капает, наверное, там, наверное, кто-то сверху течет. Тут какие-то дома, спуски. Туда дальше еще один. Хе. Прикольно. Тут как минимум можно голову помыть. Идем дальше, ребят. Ну, водичка, конечно, чистейшая. Просто еще одна водичка. Там бревна ж закидывал. Представляете, насколько сильный шторм здесь был. Девчуля. Пивасик отдыхает. Здесь еще один фонтан. Ну, это интересная зона подъемная. Сейчас мы Александра найдем, у него спросим, что это. Ну, вот водичка, которая все стекает, видите, тут мутное море формирует. Такой кадр. Человек зашел. Красиво. Здесь ребята тащатся под Эминема. Я хотел туда еще добраться. Ух, опять зашел Александр. И последний момент. Мы выходим, чтобы посмотреть на вот этот грот. Красота. И палочки от мороженого плавают. И смотрим. Тут прям поставлен на поток прыжки в воду. Он рыбка собрался. Давай. Высота. Ух. Красота. Ну вот таким вот мы увидели пляж Баунти. Слушайте, получается, что жители Фиоленда любители прямо таких экстремальных пляжей. Александр рассказывает, что в ту сторону там еще несколько пляжей появились, но мы их не успеем посмотреть, потому что вот он уже закат, а нам еще сюда надо выбираться. Круто. Ты смотришь и думаешь, блин, русских не победить. То есть они в таких местах находят пляжи, чтобы на них приходить купаться даже. Так, ну это последнее место, которое мы должны были увидеть. Очень малую часть Фиоленда. Это я понимаю, но вообще в планах ну, твоих, вообще, которые... Да.
Вообще, вот это утюг, за утюгом, там дальше идут новые, тоже намытые пляжи, там куча-куча на весь день можно ходить. Ходить. А на автобате снять, сколько там сейчас в амфитеатре, в чаше автобата молодежи прыгает, учится, сальто там. Красота. Слушай, вот интересует, вот это что за момент вот поднято? Тут что это? А это Шторм Века добивал туда, волна, и они подняли, потому что все нанизу было, это же все, что здесь вообще все застроено было. То есть здесь тоже люди жили, да? Как жили, сдавали. Тут же все сделано под сдачу с аборда, там, кукурузу там сварить людям, продать. Понял. Ну, я думаю, что бизнес еще вернется. Ну, это понятно, но природа не сильно ему как бы... Собоговорит. Да, потому его вот они подняли наверх, если не хотят все время терять свои пажи. Все, я тебя понял. То есть... А там даже спасательный типа пост организован. Да, это все смыло, это вот они заново лестницу отстроили. Понял. Ну, вообще, да, здесь же должны быть спасатели. Хотя это единственная бухта, что даже в Шторм здесь, я даже в Тягуне можно спастись, ты даже если в Тягун попадаешь на Александре, то ну как бы спасешься. Я в Шторм тут была. Так как это все-таки, Александра или... Бухта Александры. Александра, а пляж получается... Банк. Прикольно, то есть два названия на одно место дали. Ну как бы это же бухта, ага. А это непосредственно пляж, тут же есть получается... Тоже он как бы крокодил. Александры входит, крокодил. У этого камня вообще нет названия, а он очень популярный. Там реально классная вода, и прыгать с него там больше 6 метров, ну как бы круто. Вот. Утюг тоже как бы в бухте Александры, но у него есть название утюг. А за утюгом тоже сейчас новый пляж и место для прыжков, и оно тоже только появилось, и нет названия. Так назови его Александровский. Ну, мы раздаем, я же не, ну как сказать, это же не должен я выступать и называть пляж, это же как бы людская молва, то есть, ну вот там новый один пляж появился, они нарисовали там верблюда такого красивого, но мы сразу его назвали верблюд, потому что, ну как бы там уже как бы граффити какое-то есть. То есть, ну, есть места без названий, и это все-таки, наверное, поток людей, который пришел в эти места, что-то в них почувствовал и как-то это назвал. И вот чем больше одноименных, значит, чувств и названий, тем, значит, место. Баунти, оно же, почему? Потому что сверху, ну, реально было похоже на вот эту рекламу с Баунти, значит, как там на Мальдивах они снимали, и вот сверху, если смотреть, оно так было. Ну, ты видишь, какие водоросли пошли? Да. Зеленый прям, черный. И ты залезешь в воду, и ты увидишь, она пахнет, она цветет. То есть еще вообще начало сезона, еще ничего не должно быть. Чистейший должен быть пляж. А все потому, что вот здесь горы, у меня эти видео все есть. Горы мусора лежали, горы просто. То есть Штормом Век. Не то, что это насорили люди, это шторм принес. Надо было убрать. Вот. И мы свои пляжи убрали. Они, ну, я считаю, кто должен убирать. Кто собор сдает, зарабатывает на этом, тот и должен, что... Ну, я понятно, зарабатывал бы здесь, я бы здесь держал порядок. Согласен. Вот такие дела и такой рассказ. Александр, спасибо за эту супер экскурсию. Честно, прошли, посмотрели. А самое это минимальное, это для школьников. Ну, я почувствую себя великолепным школьником. Мы всего лишь имели 2 часа в запасе, прогулялись. И мы погуляли вот эти. Посмотрели много чего интересного. Честно, я в восторге от того, что увидел. Я воспринял сейчас Фиолент вообще совершенно по-другому, как это какая-то, знаешь, такая коммуна, место силы в плане того, что здесь все... А когда мы сходим с тобой в дальний поход, и ты прям преисполнишься, как живут люди, которые там уже 30 лет, ни документов, ничего, и они там живут, и просто на них посмотришь, ты вообще преисполнишься. То есть вот там прям такой осколок. Это вот говорит о тех, кто имеется в виду, живет в таких вот пещерах, там, палатках, то есть не имея ни документов. Они живут там круглогодично. Да, и имея свое мировоззрение. Да. Ну да, это, как говорится, надстройка над системой, в которой мы с вами все живем и существуем. А у них своя система. А у них еще и своя система, да. Вот такие дела, друзья. В общем, Александр, канал мы оставляем в описании. Подписывайтесь, смотрите, если вам интересно, и проникайтесь атмосферой. Вам точно интересно. Да. Интереснее уже ничего нету. В русском мире Фиолент – самое интересное место. Вот так вот. Я, честно, проникся. Прикольно. Вы просто посмотрите, какой закат сегодня. Баунти пока. Мы двигаемся дальше, ребятки. Поднялись. Я еще контрольный сейчас сделаю. Выстрел в голову. Раз, два. Ты не представляешь просто, насколько вот картинка просто фантастика. Закат, вот эти цвета предзаконные. Представляю человека, который ежедневно пилит контент, да? Да.
Вот видишь, здесь есть где нырнуть. Здесь вот под ним новый пляж с родником, не было его раньше. Ну, и нет названия, соответственно. А вот это лик. Вот сюда повернись. Видишь, глаза, да. Нос, рот. Орущий солдат. О, как. Здесь, кстати, ожесточенные бои были в Великой Отечественной. И вот много таких ликов запечатлели. Это, кстати, ориентир, как идти на баунти, можешь всем показать. Угу. Лик воина. Лик воина, ребята. Я в восторге тех, кто здесь живет, приезжает на отдых, кто лазит по этим тропам. Это прям надо... Когда я первый раз 2 года назад увидела эти тропы, я вот так спускалась. Вот так вот. На канатку мне очень, у меня все тряслось. Так что вот эта девочка, которая спускалась, она очень смелая. А я вообще, да, без каната. Ой, какая красота. Ребят, просто... А потом мой скилл так вырос, что я по ночам тут как козочка бегала. Понял? Понял. И двигаемся дальше. Просто. Сталактиты, сталагмиты вымотаны. Очень живописный подъем. Вообще, мне тоже понравилось, как красиво, как города. Но я только это сталактиты, сталагмиты, сталагматы. Поднимайся. Особенно пещеры, как мне понравились, ребятки. Туда еще тропа. Нам сюда, налево. Ох. Ну да, похоже. Ура! Вот в этих местах мы сегодня побывали. И посмотрите, какой сегодня закат прощается с нами. Фантастика. Посмотрите его бородку. Вот, приходят прямо сюда и выпиливаются из жизни по красоте. Уже в этом году был. Даже недавно, неделю. Что, одни мужики, в смысле? А? А что вот отсюда, что не оттуда? Красиво, удобно, не знаю. А если там кто-то внизу? Нет, там это... тропинка идет. Я, честно говоря, против, что они отсюда выпиливаются, но они у меня не спрашивают. Так, мужики, давайте прекращайте, женщины, тоже отсюда выпиливаться. Выпиливайтесь где-то в другом месте. Там вот можно тренироваться, прыгать. То есть, ну, не повезло, а так, бац, чемпионом России, мира стали. Да какие виды, я в восторге, слушайте, от Севастополя. Фиолента, ну, это тоже Севастополь, Фиолент. Круто. Ноги тут качаются, попа тут качается, прям вот отлично. Обязательно.